Друзья, я снова на кухне, снова вечер, и мы, как бы, я снимаю, жена печет санишки. Сегодня у нее выходной, и мы живем вдвоем, такой уютный вечер, и к чаю напечем санишки. С чем будут санишки? С брусникой будут. Со сметаной и с брусникой? Со сметаной и с брусникой, говорит. Вот так. Как будет это все происходить, я буду снимать. Сам не буду ничего делать. Итак, начинаем. У нас два человека, на два человека вполне хватает пачку кефира для шанежек. Шанинг. Как правильно? Шанежки или шанги. Не суть. Так, пачка кефира. Так, на кончике, ну где-то сколько соли там? Ну где-то столовая ложка. Ой, чайная ложка. Чайная ложка соли без горки и сахара чуть-чуть. На это уже столовая ложка там тоже без горочки такой. И все это перемешиваем. Это все на глаз делается, как у многих. Многие, думаю, на глаз это все делают. Многие хозяйки. И также и мы. Все это на глаз делается. Одно яичко. Разбиваем. Вот с недавних пор мы используем вместо соды разрыхлитель. Оказывается, очень хорошая штука. Иногда, когда с содой переборщишь, там она, шанги желтые получаются, а с разрыхлителем нет, нормально все, и шанежки такие, ну, пушистые получаются. Разрыхлитель, там сколько, 10 грамм что ли, вот. Добавляем муку, муку тоже на глаз, сейчас немножко добавим, потом перемешаем и потом обратно добавим. Ну, какого состояния должна быть? Густая, густая, густая сметана? Очень густая. Очень густая это. Шанги же, это не ладушки или что-то. Сейчас посмотрим. И еще сейчас сюда добавим растительного масла, да? Угу. Тесто прямо. Сколько ложек? Ложку. Ложку с растительного масла. Так, пока выключусь, а потом дальше буду снимать. А вон, сразу добавляет. Давай сразу. А мне, ребята, очень приятно наблюдать, когда хозяйка печет. Такие шанишки. На улице дождь, слякоть, холодный ветер, а здесь уютно и в предвкушении очень вкусных, уже знакомых шанек. За сколько там, 20, сколько живем-то уже, 26 лет? 26 лет. Так привык я уже к этим шанькам, ребята. Сейчас очень-очень даже влюбился в эти шанишки. Наше тесто готово. Примерно какое состояние? Ну-ка покажи. Вот примерно вот такое состояние.
как бы тягучее тесто, ну, никак не текет, а вот такое. Вот так. Примерно вот такое состояние, чтобы тесто было. А это сейчас будем на противень и духовку. Так, мажем, смазываем противень этим. О, растительное масло. А что ты не используешь вот эти рябчиковые кисточки? Это химия, фигню, это надо, не надо использовать. У нас есть рябчиковые крылья. Вот этим надо пользоваться. Так. Сегодня, чтобы это выбросило эту химию. Не доверяю я вот этим пластмассовым штучкам. Все равно, наверное, какой-то вред идет там. Вот такие шанишки в форме кружочков. Ну вот, видите сами состояние, ну, какого примерно состояния теста. Оно и не растекается, оно одновременно не сильно густое. Примерно на шаньку сколько там? Две ложки теста получается, да? Две ложки теста примерно получается. На противне и сейчас сметанкой мажем. Это шаньги, которые со сметаной. Тонким слоем размазываем ложку сметаны. Чайную ложку. И не забываем включить духовку, чтобы она уже, так сказать, нагрелась. А пока греется там духовка и шанишки отдыхают, мы это делаем уже не начинку, а что там это, как называется? Ну, начинку для шанишек, ну, бруснику. Брусника тоже своя, вкусная. Хотя в этот год ее очень мало было, почти не было вообще. Вот таким макаром ее тудым-сюдым, тудым-сюдым делаю.
Так, сахарного песка сюда положили. Ну, я бы сказал, тут ложек 5 этих, даже больше столовых ложек примерно. Ну, чтобы не слишком кислое же было. И немножко муки. Сейчас еще сюда добавим, чтобы не растекалось. И все. И будет готово. Кто вишню кушает, кто ананасы, кто абрикосы. А у нас все по-простому на севере. Брусника, клюква, черника, морожка. Вот такие ягоды используем. Наша духовка согрелась 200 градусов, там держали, пока не выключилась, но, значит, там 200 градусов, все, засунули, и сколько примерно там будет? 10-15 минут, и должно быть шанишки готовы. Так, шанишки готовы, прошло минут 15. О, вот такие шанишки, это первая партия, а вторая будет уже с этими, с брусникой. Вот уж наши шанишки готовые, на столе лежат, горячие. Ох! Аромат прям бомба. Вот такие шанишки. Сейчас еще вторую партию зарядим с этим, с брусничной начинкой. Поехали дальше лепить. Ну, ребята, полный противень не получился. Там 4 штуки. Первый противень 6 шанежек, а здесь 4 получилось. Ну, нам на двоих это за глаза. Чай будем пить шанежками. Вот так тоже, как сметана, так это получается бруснику. Там несколько ложек чайных, штуки, наверное, 2. Или сколько получается на шанишку одну? 3 ложки, да? Ну, примерно, да. 3, ну, там ориентируешься, чтобы до краев не было, чтобы не растеклось. Вот так примерно. Пувья шаньга. Но это не комы пувья шаньга, это просто так. По-быстрому это. Шаньги по-быстрому называется. Душ шаньга или как его, я не знаю. Не, душ шаньги это совсем другое. Там вообще из... Душ шаньги пекут вообще из этого. Из хлеба с магазина, блин. Из мякиша. А это шаньги, но быстрые шаньги. А настоящие комы шаньги это... Там уже надо чуть-чуть повозиться, и там корочки другие, там ржаного теста, корочки. Но у меня, кстати, есть на канале там с крупой, там пироги. И да, на настоящих комышаньках там тесто на дрожжах. Вот. Но это тоже очень вкусно. Уверяю вас. Такая красотень. О. И духовку тоже. Так, вторая партия пошла. Шаньги мы любим, ребята. Все, готово. Ждем шанежек, а между тем у меня... Барсик тоже ждет. Он около печки разлегся на пол. На печке ему жарко. А спустился с печки и вытянулся.
лежит, балдеет рядом с печкой. На печке у него там хорошее место. Привет! А он спать хочет. Ну все, вторая партия готова, Шанежек. Это уже с брусникой. О, вот такие аппетитные. Сейчас объектив запотеет. Горячие. Ну вот, наши шаньги готовые. Лежат на столе. Сейчас будем мы пить чай с женой. Вот такие шанишки, ребята. Горячие. Держать прямо, ну, горячо. А вкусные, пипец. Вот-то, во. Горячие. Чаем. Шанги с брусникой. Это вещь, вот. Вкусно, ребята. Ну что, все? Опять? Заканчиваю. Опять готовка. Частые готовки у меня пошли. Даже не сам готовлю. Жена как готовит, снимаю. Ну, просто на улице сейчас мне делать там нечего. Очень холодно, дождливо. Вот. И грязно еще при том. Все, ребята. Всем пока. Всем удачи. До новых видео. А я пью чай. Провожу вечер с женой. Шанишками у чашки на кухне за чашкой чая. Очень вкусные шанишки. Вот моя хозяйка, которая пекла. Сегодня говорю, давай садись, хотя бы чтобы подписчики, гости увидели, кто моя хозяйка, кто меня вкусностями угощает. Вот. Пьем чай вдвоем, а свечек на столе нету. В следующий раз с меня шампанское и свечи на стол. Договорились? Ну да. Все, всем пока, ребята. Всем удачи.